случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Был так прекрасен вернисаж, но взор еще прекраснее ваш. Но вы вдвоем, вы не со мною. Как все с последним к вам иду, вы тот, кого давно я жду. Но вы вдвоем, вы не со мною. И я себя напомню, что вас почти уже люблю. Но вы вдвоем, вы не со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Под зимний вечер летний зной. А вот венец и я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Вот кто-то в профиль и в анфас. А я смотрю, смотрю на вас. Смятенье вы мою любовь, мой сон, что помню наизусть. Но вы вдвоем, вы не со мною. Моей надежды ясный свет, я шаг вам столько долгих лет. Но вы вдвоем, вы не со мною. Ах, вернись наш мучитель наш, вы не один, какой пассаж. Но вы вдвоем, вы не со мною. На этой выставке один сюжет отсутствует один. Я бы вдвоем, я бы со мной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой портрет, какой пейзаж. Под зимний вечер летний зной. А вот венец я весной. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Какой пейзаж, под город профиль и манфас. А я смотрю, смотрю на вас. Но мы вдвоем, мы не со мною. Но мы вдвоем, мы не со мною. Красиво, а? С одной стороны Латвия, с другой стороны Эстония. И посередине наш родной Лысый Лукинский. Как тебе повезло, а, старичок? Лайма Вайпель – это не просто усиление дуэта, это, можно сказать, армия спасения. Если сейчас объявить, например, на Ледовом стадионе в Петербурге концерт Лаймы Вайпули, биток будет. Я вот не знаю, я не уверена. Мне кажется, «Ласковый май» заберет всегда больше. Но здесь не поспоришь. Белые розы. Да. Прошу вас в бар. Лайма, а вас я не отпускаю. Хотите вы или не хотите? Есть ли у вас поезд на Юрмалу или самолет, нам по барабану. Мы с Сергеем Сергеевичем просим вас занять место в жюри. С удовольствием. Аплодисменты!
Ну что ж, дорогие друзья, первый дуэт уже выступил. Пора переходить к оценкам. Итак, вот сегодняшний состав нашего компетентного жюри. Мы привыкли видеть его на сцене, но он готов поразить нас своим голосом и в кресле жюри. Участник прошлого сезона «Двух звезд», серебряный призер, народный артист России Николай Расторгуев. Наши дуэты дают ему зрелищ. Я приношу хлеб. Вот он никуда от нас и не уходит. Народный артист России Михаил Боярский. Она вышла на Пикадилли и пришла к нам сюда пешком. Участница первого сезона «Двух звезд». Обаятельная, непревзойденная Лайма Вайкуле. Мы не виделись с ним почти год, а если быть точным, то 342 дня, 16 часов, 51 минуту. Красавчик, продюсер, композитор, заслуженный артист России Виктор Дробыш. Уважаемые члены жюри, напоминаю, что наши конкурсанты все песни это, естественно, исполняют вживую. Прошу об этом не забывать. Итак, Лайма, я прошу забыть вот это слово «корректность», не вспоминать о том, что вот девочка, которая начинала песню, стоя на сцене справа, это вы. Вам придется оценить дуэт. Итак, Лайма, я прошу. Не просто, да. Первый раз в жизни я оцениваю такое трио. На самом деле, если я скажу про себя плохо, то кем я буду? Больше того, песню, которую мы пели, испортить тяжело. Я думаю, что, конечно, 10 баллов деваться некуда. От скромности Лайма точно никогда не страдала. Николай, прошу. Ну, мощнейшая поддержка в лице Лаймы, конечно, эта песня, это из ее классического репертуара. Замечательно, мне очень понравилось. Десяточку я ставлю. Михаил Сергеевич, прошу. Я никогда не оценивал трио. Не с чем сравнить. Поэтому, если будет еще трио, я поставил бы высшую оценку. Угу. А сейчас пока рискну поставить только девятку. Попробуйте аргументировать, Михаил Сергеевич. Да. Дело в том, что... женщин я обожаю. Я поставил им 30. Но я просто из зависти, что между двух прекрасных роз не оказался я. Мухомор. Вот, это роз. Из зависти, только из зависти. Виктор Дробыш. Таким прекрасным женщинам можно ставить только десятки. Номер удался. Спасибо большое. Итого 39 баллов. Ну что ж, мы позволим, как просила Лайма Вайкуле, переодеться ей. Сами обращаем взоры в бар. Сегодня масленица, и если ты хочешь полакомиться вкуснейшими горячими блинами, Настюша, да с икоркой... Ну какая тебе масленица? Кантуми, ну, мне свои, хорошая. Ты свои бачка видела, а? Ну какая тебе масленица? Это масленица для нас, для всех. Сосо, скажи, пожалуйста, вот что бы с тобой было, если бы ты оказался в дуэте с двумя этими, я не знаю, какого очарования женщинами? Я, во-первых, застрелил бы Николая, если была бы моя воля, потому что... Его бы там не было, потому что, ну... Да, ну, да. Поэтому его и не было бы. Ага. 100 лет тебе жизни. Да. Мне понравилось после фразы «я бы застрелил Николая», там аплодисменты раздались. Да. Спасибо, Коля, вас друзья. Любят. Спасибо, вы видите, друзья. Вас любят, вас просто обожают. Я обязательно спел бы «Но вы вдвоем, и вы со мной». Вот так я спел бы, и никуда я их не отпустил бы. Спасибо большое, и мы тебе. Двигаемся вперед.